что первые теннисные корты выглядели совершенно по-другому. Когда в 1873 году запатентовали игру в лаун-теннис, они имели форму песочных часов. Спустя 11 лет теннисный корт стал таким, к какому мы привыкли. И больше его параметры не менялись. Теннисные корты, на которых проходят официальные соревнования, должны соответствовать международным требованиям. Длина прямоугольной площадки – 26 ярдов, или 23 метра 78 сантиметров. Ширина корта – 9 ярдов для одиночной игры и 11 для парной. Линии, ограничивающие корт с короткой стороны, называются задними. Ограничения вдоль длинных сторон – боковые линии. Также корт разделяет центральная линия, а параллельно задним линиям проходят линии подачи. Вся разметка является частью корта. Другими словами, если мяч задевает линию, то он засчитывается. Ровно посередине корта натянута сетка. Возле стоек ее высота 107 см. Посередине – немногим более 91 см. Если все численные параметры для теннисных кортов являются обязательными и неизменными, то характеристики покрытия площадки меняются. От покрытия зависит многое. Скорость и траектория отскока мяча, особенности передвижения теннисиста. И у каждого спортсмена, как правило, есть свои предпочтения. Мое любимое, наверное, хард в закрытом помещении, так как там я показал свои наилучшие результаты. Мне нравится, что достаточно комфортно играть, так как не на улице, ничего, никаких помех нету, нет ветра, нет солнца. Только от тебя все зависит. Покрытие может быть натуральным или искусственным. В теннис можно играть на травяном, грунтовом, ковровом, бетонном, паркетном, асфальтном, резиновом покрытиях и даже на пляжном песке. Но официальные международные турниры ATP и WTA проходят лишь на харде, траве и грунте. Самые первые корты были травяными. Об этом говорит даже название – лаун-теннис, то есть теннис на лужайке. Каждый такой корт уникален. Трава высевается в плотно утрамбованную почву. В зависимости от ее состояния характеристики корта могут меняться. Но в целом для травяного покрытия характерны низкий и быстрый отскок мяча. Большую роль здесь играет подача и игра с быстрым выходом к сетке и ударом с лету. Травяные корты самые быстрые, но у них есть свои недостатки. Во-первых, газон дорого и сложно содержать в надлежащем состоянии. Во-вторых, мокрая трава становится очень скользкой, и на высыхание незакрытого корта уходит до одного дня. Травяные корты наиболее распространены на северо-востоке США и, конечно, Великобритании, где проходит единственный на сегодня турнир большого шлема на травяном покрытии – Уимблдон. Характеристики грунтовых кортов сильно отличаются от травяных. Игра здесь самая медленная, а отскок мяча самый высокий. Грунтовые корты бывают двух разновидностей. Наиболее популярные – красные. Такой цвет игровая площадка приобретает благодаря кирпичной крошке. Некоторые грунтовые корты – зеленые. Оттенок им придает базальт. Низ данного покрытия является метровый слой щебенки, который выполняет роль своеобразного дренажа. И вот на эту щебенку насыплен определенный слой красного грунта, в который монтированы линии разметки корта. Характеристики грунтовых кортов отличаются от травяных. Очень непредсказуемый отскок мяча. И самое главное, что медленный отскок мяча. Это дает возможность теннисистам очень много двигаться по корту, выходить к сетке, применять максимум своих возможностей, которых у них есть в арсенале. Как правило, теннис на таком покрытии более комбинационный. Здесь весьма эффективны укороченные удары и дроп-шоты. На грунте там нужна хорошая физическая подготовка. Как на харде мы, например, можем выиграть мяч в 3-4 удара, а на грунте нам надо 7-8 ударов разыграть. Поэтому надо физически быть готовым. А во время передвижения по корту теннисист использует скольжение. Теннисист может скользить по корту, как на льду. В сухую погоду скольжение достигает до 2-3 метров. Еще один отличительный момент – возможность определить по следу на грунте потенциальный аут. Поэтому официальная система «Ястребиный глаз» не используется. Грунтовые корты достаточно широко распространены на всех континентах, в отличие от травяных. Но турнир «Большого шлема», который проводится на этом покрытии, в настоящее время всего один – открытый чемпионат Франции или Ролан-Гаррос.
Открытый чемпионат США проходил в разные годы на всех трех типах покрытия. Американский теннисист Джимми Коннорс вошел в историю как победитель этого турнира на траве, грунте и харде. Сейчас корты US Open хардовые, впрочем, как и большинство других теннисных площадок. Синтетический слой, которым покрывают бетонную или асфальтовую основу, может быть абсолютно любого цвета и иметь уникальные характеристики. Акриловое покрытие, из которого состоит верхний слой, отличается, может быть, определенной крошкой. А от этой крошки зависит уже сам отскок мяча и скорость полета мяча. И поэтому, несмотря на то, что все харды, можно сказать, так похожи, но вместе с тем они и отличаются. Скорость игры на харде варьируется от средней до быстрой. Отскок мяча высокий, игроки используют различные типы подкруток мяча. Как видите, тип кортов играет свою роль. Рейтинговые очки и победы важны на любом покрытии.